В Шавей Цион мы пытаемся давать каждому желающему человеку возможность высказаться, если он этого хочет. Мы не ставим сразу его на всю 40-минутную проповедь. Вначале предлагаем Парашат Шавуа, пожалуйста, раз за разом попробуйтесь. Но просто хочу сказать, что как группа старейшин, мы как бы должны взвешивать вопрос, могут ли все. И Писание говорит, не все должны быть учителями, не все могут. То есть мы должны взвешивать. Но это не значит, что не надо пытаться. И это не значит, что если один раз или два раза не получилось, то после этого тоже не надо пытаться. Потому что не всегда все получается с первого, со второго и даже с третьего раза. Особенно, если у тебя постоянно посещают трезвые мысли, если слова Библии, когда ты читаешь их, складываются в послание, явно есть дар. Ребята, я хочу попросить, если кто-то еще... Неважно, если кто-то еще забыл выключить, давайте просто отключим, чтобы нам не звонили. Итак, что такое проповедь? Что такое проповедь? У меня есть... Сколько? 6 пунктов. С целой кучкой подпунктов. Что такое проповедь? Первое. Или для чего нам нужно это? Если в тебе есть дар, и ты его не используешь, то это очень плохо. Есть место в Писании, которое говоришь. И Павел говорит, если я не делаю того, для чего Господь меня призвал, то я просто иду против Него. И наоборот, если я доделаю это, то я тогда делаю то, что я должен делать, и я нахожу удовлетворение. Услышали меня? Грех затыкать дар, если он тебе есть. Проанализировать каждый должен сам себя. Каждый должен просто посоветоваться. Возможно, посоветоваться с группой людей. А могу ли я это делать? Нужно ли мне выходить на трибуну и говорить? Или трибуны бывают разные. Есть там, где 50 человек, а есть там, где 5 человек. И есть место. Но если в тебе есть дар, и ты этого не делаешь, то, возможно, ты нарушаешь то призвание, которое определил для тебя Господь. Пункт номер 2. Проповедь – это когда мы передаем знание Писания, или точнее, послание другим людям. Мы передаем вот эти слова, которые Господь записал другим людям, по сути, являемся рупором Господним. Но вот в этом утверждении я должен сделать два маленьких подпунктика. Первое. Никто, пожалуйста, не обольщайтесь, что если вдруг ваш рот закрыли, то это закрыли рот Господа. У некоторых молодых проповедников есть такая проблема. Как ты мне не дал сказать? Да ты Богу уста закрыл. Услышали меня? Я повторюсь. Когда мы передаем слово, мы действительно рупор Господень. Но если по каким-то причинам тебе не дали сказать, не наезжай на того, у кого в руках была власть, что он тебе не дал сказать, и он остановил прямо вот сейчас выражение самого Господа, который вот сейчас должен проговорить. Потому что Господа Богодоль вообще невозможно остановить. Если не через тебя, скажи через другого и так далее. Я был этому много раз свидетелем. И всякий раз, когда человек не агрессивно реагирует на то, что его останавливают, потом это всегда становится лучше, потому что, ну вот, видел многократно, а когда говорит, да ты что, со слюной, ты меня остановил, слово Господне у меня вот здесь было. Смотрите, эпохи поменялись, и тех пророков, которые были тогда, сейчас особо не сыщешь. Поэтому консистенция слова, она несколько иная. Если не через одного, будет сказано через другого. Но всякий раз, когда ты поддаешься смирению, ладно, я уступлю. Бог вот этот момент очень здорово отслеживает. И всякое унижающееся будет возвышено. Это работает 100%.
Следующее, третий пункт. Слово – это наша способность повлиять на других людей. Иди знай, а вдруг они прилепятся к истине и станут лучше, или они обличатся, или они осудятся, или ободрятся, или получат веру, или исцелятся, или освободятся. Опять-таки, я вам хочу сказать, сколько раз после проповеди ко мне подходили люди и говорили: «Леон, ты мне такое открыл», и мне начинают рассказывать, что я им открыл. Это не было целью проповеди, и я даже это не подразумевал. Но они слышали для себя что-то, что, то есть, когда мы толкуем и разбираем Священное Писание, мы не знаем, как оно повлияет. И это нормально делать это, поэтому я сказал, если у тебя есть хоть какой-то уровень дара, и обстоятельства складываются к тому, чтобы ты, да, вышел с этим даром и послужил другим людям, всегда это правильно. Но ты должен также быть чувствительным к обстановке вокруг, и не стоит лезть на пролом и так далее. И именно для новозаветней общины апостол Павел говорит такие слова, что духи пророческие, и тем более проповеднические, повинуются пророкам, помните? То есть, если дух пророческий, когда тебя там наполняет, повинуется тебе, то тем более, когда ты подготовил чего-то, ты можешь подождать, будет возможность, Бог покажет. Окей. Слово очищает, изменяет, делает самые разные вещи. И вот в этом третьем пункте два маленьких примера, как подпунктики. В Иезекииле говорится: «Я приведу вас в землю вашу, про еврейский народ, и очищу вас от идолов». Каким образом? Что-то сам Господь сделает, но очень что-то произойдет через то, что ты будешь слышать слова. Думаю, какие-то из вас люди такой опыт в своей жизни имели. Про Иешуа написано в Исаии, когда он написано: «Дух Господа Бога на мне», и потом он проповедует об этом в 4 главе Луки, сказано: «Я возвещать буду». Что буду возвещать? Кто помнит цитату? «Лето Господне было». То есть возвещать. То есть проповедь Священного Писания – это передача какого-то действия через слово. Оно может приносить знание, понимание, мудрость, вразумлять, может изменять, очищать, освобождать. Мы не знаем, что оно делает. Но попав кому-то в голову, кому-то в сердце, кому-то просто не знаю куда – оно всегда дает какой-то результат. Четвертое. Проповедовать – это уметь передать мысль, и это искусство. Я с этого начал, но есть такая вещь. Некоторым людям нужно 100 раз услышать. И тогда оно включается. Такое в семейной жизни часто происходит, когда жена тебе говорит: «Слушай, давай сделаем так», и ты как бы игнорируешь. Потом кто-то тебе со стороны сказал то же самое, ты говоришь: «Вау, какая крутая идея, это же надо сделать», и ты зовешь ее и говоришь: «Слушай», она тебе говорит: «Я тебе 100 раз говорила». 101-й раз сработал. Поэтому, когда мы говорим слово, мы изменяем чьи-то мозги, и иногда одно и то же слово, сказанное мною, не работает, выходит кто-то, ты даже не мог подумать, что его слова повлияют на тех людей, они влияют, хоть он не сказал ничего нового. Поэтому это и есть как бы таинство вот этой слова. И это изменение может касаться самых различных семейных отделов жизни, или семейные каких-то, или наше хождение перед Богом, или с финансами. Я видел людей, которые были настолько, слиха за выражение, глупы в пользовании финансов, и потом кто-то пришел, вдруг рассказал вещи, которые до этого говорились многократно. И человек говорит: «Вау, вот я не понимал такую простую ерунду, я должен в семье бюджет сделать, тогда я не буду просто в пролете». Люди делали какие-то несколько простых вычислений, и в их жизни становилось, если не богатство и преуспевание, как некоторые говорят, то, по крайней мере, стабильность и гармония. Проповедь, Слово Божье, это реализовать притчи 31 главу. Кто помнит, про что притчи 31 глава говорит? Про добродетельную жену. Каким же образом проповедь слова – это реализация притчи? Там сказано, что муж у добродетельной жены сидит у ворот города
с старейшинами, то есть говорит. Еще один момент, касающийся проповеди. И здесь это немножко техника, но я вам сразу скажу. Есть люди, когда готовятся к проповеди, вдруг что-то случилось. Ну, поссорился с кем-то. Плохо, когда с женой, ну там с кем-то. Человек приходит домой, говорит, вау, у меня завтра проповедь, а я вот поругался. У меня вот внутри просто переклинило. Те, кто из проповедников, знают такой вариант. Часто оно случается как раз-то, когда твоя очередь. И вот когда ты должен, допустим, выходить из дома, там дети начинают тянуть, тебя машины, ты опаздываешь, тебе скорее, ты начинаешь поднимать голос, и ты едешь и думаешь, вы знаете что? Есть место, где нам, да, нужно подумать и, может быть, отменить наше участие в проповеди. Если это была серьезная тяжеловесная ссора. Это так. Я помню, я был на встрече у одного Софер Стам. Кто знает, что такое Софер Стам? Это тот, который пишет рукой свитки Торы. И я помню, он сказал такие слова. Я когда пишу, я вот так должен сидеть и вот так писать, чтобы помазание, проходя через руку и через сердце, проходило через меня и заходило. И говорит, мне нужно быть в мире со всеми другими людьми, чтобы когда я пишу Слово Божие, оно было в правильном настроении написано. Я хочу сказать, есть уровни ссор, когда после такой ссоры действительно может стоит позвонить и попросить кого-то другого заменить тебя, если ты назначен на проповеди, вдруг что случилось. Но очень часто, и это наше собственное суждение, мы не должны ориентироваться только, мне сказано, я любой ценой скажу, я уже никакой, но я... Если это была серьезная ссора, особенно в твоем доме, подумай, ведь Писания говорят, зачем ты ссоришься с женой юности твоей? Если ты с ней ссоришься, потом у тебя может быть препятствие в молитвах. И уж поверь мне, если у тебя в молитве препятствие к Творцу, который тебя в любом виде готов принять, то у тебя может быть чисто эмоциональное препятствие передавать эти слова другим людям. С другой стороны, часто из-за таких мыслей это может чисто быть атака от сатана. Чисто. Он делает какие-то обстоятельства, чтобы тебя вывести из этого. И здесь тебе нужно просто рассудить, что же случилось. А может быть какие-то ссоры или мини-конфликты. И это чистая жизнь. Эн маласот. Нет, что делать. Ты просто перешагиваешь и готовишься к проповеди. Итак, что такое проповедь, для чего она более-менее вот так вот подготовил и рассказал.